Челябинцу облили машину краской и прокололи 4 колеса. Автомобиль Дайхацу встал мертвым грузом. Так сейчас выглядит компактный хэтчбэк. Краска цвета крови по всему кузову. В каждом колесе по 4, а то и 5 проколов. 1 июня 2020 года. Это такая глупость делать этого во дворе, да? 1 числа утром вышел на балкон и увидел, машина облита в краске вся. Вот. Вызвался сотрудников полиции, они составили протокол, объяснения взяли и уехали. И пока на данный момент никаких ни результатов, ничего нету. Со слов соседей, еще ночью машина была в порядке и рядом никого не было. Вероятнее всего, злоумышленники повредили авто ранним утром. У хозяина машины даже есть подозрения на этот счет. У мужчины давний конфликт с местным предпринимателем. Он полагает, что бизнесмен и отомстил. В полицию хозяин иномарки заявление написал. А это Тракторозаводский район. Запись с камеры на домофоне. Жители дома по улице Хохрякова подозревают соседа в порче авто. На парковке сразу нескольким машинам порезали колеса. Пенсионер попал под подозрение после того, как люди отсмотрели записи с камеры домофона. На съемке видно, как пожилой мужчина заклеивает объектив, а буквально через час авто уже были испорчены. В УВД города сообщили, что пока поступило одно заявление, хулиганы ищут.